Сотрудники дорожно-патрульной службы Ленинского округа провели профилактическое мероприятие под названием «Ребенок в машине». Цель этого рейда – напомнить автовладельцам о правилах перевозки детей в транспортном средстве, а также выявить нарушителей. В соответствии с российским законодательством, дети до 12 лет должны ездить в машине только в специальном детском автокресле. За нарушение перевозки маленьких пассажиров грозит административная ответственность по статье 12.23, часть 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Хорошо, что большая часть водителей соблюдает правила, но есть и те, кому закон не писан. В ходе проверки сотрудники госавтоинспекции поймали нарушительницу, которая перевозила своего ребенка без удерживающего устройства. Очень часто автовладельцы оправдываются как могут и забывают о том, что все участники дорожного движения без исключения должны соблюдать ПДД. Понимаете, гораздо страшнее происходит, когда трагедия. Понимаю. Ну, по-видному здесь трагедии никакой не произойдет. Я Но когда еду по трассе, конечно, все так я... Вы так думаете, а мы видим гораздо побольше. Для того, чтобы еще раз напомнить родителям о правилах перевозки детей в машине, сотрудники ДПС раздавали листовки со всей необходимой информацией и просили быть внимательными на дорогах. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.